Лекция на тему правил проведения расследования. Для начала вы выезжаете на место преступления. Осмотрев место преступления, вы фиксируете все на камеру, после чего приступаете к сбору улик, предварительно надев перчатки. Собрав улики, вы везете их экспертам. Ну, экспертам. Трупы к моргу, к коронеру. К нему, короче, сам. Оружие к экспертам по баллистике и так далее. Получив заключение эксперта, вы реконструировать события, которые происходили до или во время преступления. Получив сведения о подозреваемом, вам следует навестить его в доме или на работе. А когда он, его вина доказана, отправить его прямой дорогой в тюрьму. Вопросы какие-либо есть? Нету. Его. Нету. Нету? Все, отлично. Лекция для вас закончена. Вы переведены все благополучно на второй курс.